Ребяточки, что не блюдо, то шедевр. Слушайте, так все просто. Просто нарезала картошечку, выложила на противень ее. Масло, соль, перец. И она постояла, так чуть-чуть попорежалилась. А потом у меня были замороженные овощи. Паприка, ну, болгарский перец, да, мы называем. Морковочка здесь. Горошек зеленый и кукурузка. И вы посмотрите, какое вегетарианское блюдо получается. Такая вкуснятина просто. А это у меня маринованные огурчики польские я купила. Ну не красота ли? Всем приятного аппетита, мои хорошие.